На производстве, согласно стереотипам, чаще всего трудятся суровые мужчины. Однако есть профессии, которые требуют таких качеств, как аккуратность, внимание к деталям, стрессоустойчивость. И подчас на них заняты именно представительницы прекрасной половины человечества. Для того, чтобы узнать, в чем секрет их успеха, наша съемочная группа отправилась на предприятие «Тверская генерация». Одна из задач химического цеха ТЭЦ-3 – смягчение воды. Так называемая жесткая вода, то есть с повышенным содержанием солей, проходит специальную обработку. Ведь качество воды влияет на работу оборудования. В реакциях используют кислоты, щелочи, фосфаты и другие соединения. Умягчаем, да. Женщины более такие щепетильные, точность требуется, поэтому вот женские руки используются. Любовь к точным и естественным наукам присуща семье Татьяны Николаевны. Ее супруг – строитель. Одна из дочерей и внучка выбрали эту же стезю. Я работаю очень давно, с 86-го года. Уважаемая работа. Все-таки даем тепло, уют в дома жилые. Обеспечиваем предприятия бесперебойной электроэнергией. А вот Татьяна Голубева трудится в службе тепловой инспекции. Ее организация занимается наладкой теплоснабжения во всех районах города. Работа идет в течение всего года. Особенно интенсивно во время подготовки к осенне-зимнему периоду. Идет подготовка тепловых узлов к гидравлическим испытаниям в каждом доме, в каждой больнице, в каждом учреждении, в каждом предприятии. Каждый тепловой узел. Каждый год в летний период, начиная с мая по октябрь месяц. Татьяна Юрьевна подчеркивает, каждый работник их отдела должен обладать такими качествами, как профессионализм, знание, ответственность, умение находить общий язык с людьми. Ведь нужно принимать звонки жителей, проверять работу управляющих компаний. О плюсах работы говорит коротко и просто. Мы дарим тепло людям. Мы присоединяемся к поздравлениям работе с теплоснабжающей компанией «Тверская генерация». Ведь они в прямом смысле дарят людям тепло.